Вось у гэтым будынку, які знаходзіцца за маёй спіной, кампанія 16 чалавек адзначала Новы год. У ёй быў і Мікалай Бяценя. У гэту навагоднюю ноч ён знік. І дагэтуль невядома, куды ён пайшоў. Пошукі працягваюцца. Кампанія маладых людзей, у якой быў і 26-гадовы Мікалай Бяценя, адзначала Новы год у доме культуры аграгарадка Тамашоўка. Потым працягнула ў арэндным доме ў вёсцы Камароўка па вуліцы Цэнтральнай. Як высветліла следства, у кампаніі па нейкай прычыне ўзнік канфлікт. Пасля яго малады чалавек знік у невядомым напрамку без верхняга адзення. Амаль два месяцы пасля здарэння пошукі Мікалая Бяценя не спыняюцца і вядуцца ў розных напрамках. Да справы далучаюцца ўсё новыя спецыялісты. Вадалазы вядуць пошук у меліяратыўных каналах, яких шмат поблизу от населенного пункта, откуль зник молодой мужчина. Отрабатываются все места, где это могло произойти. В данном случае это мелиоративные эти каналы. То есть водолазы проходят акваторию, где на ощупь, где, соответственно, позволяет глубина и есть какая-то хоть маловероятная шанс, что там может находиться тело, водолаз погружается с аппаратом и на ощупь обследует дно. Пошуки ведутся из поветра при допомозе специального обсталявания. Для гэтых мэт на место здарэння приехали специалисты специального подразделения Министерства внутренних справ. Уся мясцовасць, где магчыма мог зникнуть Мікалай Бяценя, подзелена на специальные квадраты и розные подразделения правоохоўнікаў и волонтеров их отпрацовываюць каждый день. Задействованы в том числе и добровольцы, и сотрудники Брестского РОВД, сотрудники уголовного розыска. Ни на минуту поиски не прекращаются, и поиски будут продолжены, пока тело не будет обнаружено. По факте зникнення Мікалая Бяценя узбужена кримінальна справа по артыкуле забойства. Юрий Петур, Александр Сівіцкий, телерадіокампанія Брест.